Всем привет, с вами Никитосик Златоуст, и у меня сегодня день рождения. И в честь всего этого я решил организовать флешмоб. Я думаю, то, что вы уже слышали песню Никитосик и смотрели клип. И в общем, я хочу организовать такую штуку. В чем она заключается? Я хочу, чтобы вы выложили ВКонтакте, в Ютубе и в Инстаграме видео, где вы танцуете и поете припев моей песни Никитосик. Значит, какие должны быть танцы? Танцы должны быть очень простые, как в клипе. Там на самом деле очень простые движения, и каждый из вас может это выучить. Я буду находить вас по этому хэштегу, лайкать, комментировать и всякое такое. Флешмоб будет длиться всего лишь неделю, и через неделю я выберу самого талантливого, самого крутого, и приглашу его к себе на эфир на радио Kids FM. Если он, конечно же, будет из Москвы. Если ты будешь не из Москвы, то ничего страшного, мы с тобой просто созвонимся по скайпу. А также тебя будет ждать отдельный сюрприз. В общем, все участвуйте во флешмобе, я надеюсь, каждый из вас поучаствует, и мы с вами сделаем такую крутую вещь. Я вас всех люблю, обнял. Ну, потому что на связи.